Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, какие сюрпризы у вас прямо на пороге. А на моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. И смотрите, сюрприз вам от женщины. Женщина черненькая, черные волосы, темные глаза, такая серьезная, практичная, деловая. И это может быть денежная помощь, это может быть выгодное предложение по работе, карьере, бизнесу или финансам. И также вас ждет успех и помощь. Поэтому, да, вот, скорее всего, сюрпризом для вас будет именно помощь или реально выгодное предложение от этой женщины, которая тоже будет ощущаться как помощь. Да? Дальше, что еще? Знакомство или встречу я вижу, девочки, с мужчиной. Но вот карты мне подсказывают, что с которым у вас было расставание. И самое интересное, что не обязательно были отношения. Может быть, была симпатия, чувство. Может быть, отношений и не было. Вот. Но при этом был... То есть, если отношений не было, то просто вот была симпатия, потом расстались, разъехались. И вот в ближайшем будущем он появится. Это тоже для вас будет очередной сюрприз. Ну, а для кого-то... Где-то в поездке или в другом городе, может быть, даже в другой стране, будет и такое интересное знакомство. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Да, и начало романа или возобновление отношений с вашим мужчиной. Вот. Для тех, кто в паре, девочки, вполне вероятно, в паре, в браке, вполне вероятно, появится вот такой прекрасный поклонник. Мужчина, скорее всего, помладше вас.